В 2021 году в Камчатском крае успешно завершена программа по формированию комфортной городской среды. В рамках этой программы было реализовано 97 объектов, из них 45 общественных территорий и 52 дворовые. Особенно, ну, в общем-то, и ярко и хорошо сделаны объекты в Вилючинске, Елизово, в Мильково, ну и в других районах. В принципе, мы довольны тем, как была реализована программа. Финансирование полностью пройдено, скажем так, уже все платежи закрыты, и мы перед федеральными коллегами уже отчитались о успешной реализации этой программы на этот год. На следующий год у нас запланирован примерно тот же объем средств и порядка 95 объектов. Плюс ко всему, в Камчатском крае в следующем году будет реализовываться программа «Тысячи дворов на Дальнем Востоке». Это порядка 40 дворов будет сделано дополнительно, что, естественно, ну, скажем так, повысит комфорт проживания в наших населенных пунктах.